Друзья, если у нас когда-нибудь закончатся все политические новости, и нам будет не о чем говорить, то на выручку всегда приедет новость о сломанном поезде Hyundai. Или об очередном скандале, связанном с ним. Они, как показывает практика, никогда не закончатся. Подтверждение этому факту – свежачок. Во Львове опять сломалось чудо корейской техники, так и не отправившись в Киев. Из-за чего пассажиры опоздали почти на 2 часа по непонятным причинам. А почему сейчас стоим? Рассвет. Каждый рассвет единственный в жизни. Хорошо, если бы так. Но это еще не все сюрпризы. Пассажирам предложили получить в кассе компенсацию. Ну, вы скажете, логично. Но не спешите с выводами. Компенсацию в размере от 6 до 19 гривен. Для Атоса это слишком много, а для графа Деляфер слишком мало. Давайте посчитаем. Стоимость проезда в 91-м поезде 169 гривен, а билет на Hyundai стоит 261 гривну. То есть разница составляет где-то 100 гривен. Почему тогда такая сумма, спросите вы? А я вам отвечу, а точнее предположу. Видимо, именно этих денег хватит, чтобы купить вот это. Ну, чтобы не нервничать. Или вот это. Чтобы не особо распространялись об этом казусе. Да, раньше мы говорили, я опоздаю, потому что стою в пробке. А теперь будем говорить, я опоздаю, потому что еду на скоростном поезде Hyundai. Мы продолжаем выпуск.